Приветствую вас, подписчики и зрители канала Heavy Metal Gym. Меня зовут Василий, мне 29 лет, я из Сибири, Алтайский край, город Барнаул. Хочу немного рассказать вам о своих тренировках и о том, как они изменились благодаря деятельности и творчеству Егора и каналу Heavy Metal Gym. Изначально я, как и все, пришел в тренажерный зал, там мне написали программу тренировок, по которой я и начал заниматься. Но прошел год, а результатов я практически не увидел. Программа включала в себя большое количество упражнений за одну тренировку. Я постоянно чувствовал утомление центральной нервной системы. Исходя из этого и отсутствия результатов, я решил что-то менять. Решил искать информацию в интернете. Так я и нашел для себя канал Егора. Егор, большое вам спасибо. Ознакомившись с видео на канале и также перечитав ряд статей, я решил изменить свой подход к тренингу. Смотрите, что из этого вышло. Занимаюсь я вместе с партнером, вы тоже можете наблюдать его в этом видео. Делаем все вместе, а рассказывать буду я один. После того, как хорошенько размялись, потянулись, сделали суставную гимнастику, переходим к упражнению экстензии. Экстензии я делаю на каждой тренировке, так как это очень хорошо нагоняет кровь в спину и подготавливает мой поясничный отдел к тяжелым приседам и основным нагрузкам. Посмотрев очередное видео Егора, начал осваивать для себя новое упражнение, которое называется «Русские наклоны». Пока оно дается мне очень тяжело, выполняя только негативную фазу этого упражнения. Далее перехожу к основной части моей тренировки, это приседания со штангой. Также после перехода на систему Егора стал вести тренировочный дневник. Сейчас мой рабочий вес 90 кг на 10 повторений в 4-5 подходах. При выполнении упражнения стараюсь думать только о технике выполнения. Записываю на подкорку. Торопиться мне некуда. Смотрю на все через призму здоровья. Опять же по совету Егора. Так как есть проблемы с подкручиванием поясничного отдела в нижней точке, стараясь ниже этой точки не просаживаться. Также по совету Егора не использую пояс в приседаниях, а стараюсь думать о правильной технике выполнения упражнения. Считаю данный подход к тренингу очень грамотным и хотел бы еще раз выразить благодарность Егору. После приседа я перехожу ко второму упражнению моей сегодняшней тренировки. Это отжимания от брусьев. Также использую дополнительное ощущение плюс 16 кг. Несмотря на то, что в брусьях я уже достиг прогрессии 10 раз в 5 подходах, я не перехожу на следующую ступень, так как отсутствует прогрессия в подтягивании. В нашем зале отсутствует тренажер для гиперэкстензии, мы заменяем его имитацией. После каждой тренировки я делаю гиперэкстензии, дабы поясница сохранялась здоровой, опять же следуя советам и указаниям
канала Heavy Metal Gym и конкретно Егора. В этом упражнении я делаю 3 подхода с дополнительным отягощением на данный момент плюс 11 кг. Благодарю Егора за знания, полученные на его канале Heavy Metal Gym. Кстати, перехожу к гимнастике из йоги по совету Егора. Хоть я не испытываю боли в спине, делаю ее для профилактики. Ну и, конечно, чувствуется, что нагрузка, полученная на приседе, сразу смягчается. Надеюсь, данное видео станет вам полезным. После просмотра, может быть, кто-то переосмыслит свои тренировки, начнет заниматься более грамотно. А я желаю вам роста во всех направлениях, физическом, духовном, эмоциональном, финансовом. Растите и будьте здоровы. Специально для канала Heavy Metal Gym. Благодаря Егору и каналу Heavy Metal Gym, теперь моя тренировка выглядит следующим образом. Я выбрал для себя программу ступени, отказавшись от того красивого плана тренировок, который мне предоставили в тренажерном зале, который включался в кучу изоляции, длился порядка 2 часов и практически не принес мне никакого результата. Хотел бы выразить огромную благодарность Егору здоровью, долголетия, всего самого лучшего, процветания вашему каналу. А с вами был Василий. Всего вам доброго. До свидания.